Представляем вам абсолютный супер-бестселлер. Полгода не было презентации. И восхитительный набор емкостей Домити общим объемом 22 литра, яркий и сочный, появится на вашей кухне. За всю историю более 45 тысяч таких комплектов выбрали наши покупатели. Цена только сегодня или пока этот набор посуды Домити 5 в одном есть в наличии — 3499 рублей. При оплате картой цена 3324 рубля и впервые цена 3499 рублей. Она снижена на 1500. Все, кто выбирает наш главный товар дня, вы получаете в подарок. Помните, да, про доставку Five Post. Она для вас будет всего лишь 100 рублей. Вот это ваш подарок. Ну и самое главное, Александр Новиковский, наш супершеф, у него опыт более 20 лет. Он открыл более 20 ресторанов. Он расскажет вам, как же эти емкости помогут вам на кухне. Ну, начнем с того, что это практически профессиональная посуда. Бренд Домити, сразу ощущается вот именно тот подход, то, что именно сам Бернардо Домити, это итальянский повар с русскими корнями, который реально создал эту серию. Тут ощущается именно профессионализм в той самой посуде, но при этом он взял ее и нарядил. Нарядил красивый лук. Красивую одежду, в красивые наряды, сделал ее яркой, такой же яркой, как солнце в Италии, позволяя приготовить любую кухню мира абсолютно, неважно, что вы готовите. Да, Бернардо Домити, который приложил сюда руку, и при этом заметьте, что именно такая посуда, которая возбуждает аппетит и нас подталкивает на вкуснейшие наши деликатесы, которые можно готовить. Готовит легко, готовит с любовью, с настроением, а когда еще все получается. Но он взял и как прагматично подошел к этому делу. Он сделал не просто кастрюли, он сделал еще и это, и как миски, в которых можно, в принципе, мариновать, в которых можно готовить, в которых можно хранить продукты, потому что они выполнены из высококачественной нержавеющей стали, потому что они удобные и комфортные. Посмотрите, у меня на плите поместилось сразу 4 кастрюли, да, из набора. А почему? Потому что ручки здесь складные, то есть сама форма именно так изображена. Ну, а яркие красивые цвета, которые сегодня представлены, ну, это просто сумасшествие какое-то, насколько это красиво, насколько это вкусно сегодня предоставлено. Ну и, конечно, нержавеющая сталь, опять же, позволяет нам не вступать в химическую реакцию с продуктами. Абсолютно считается рабочей лошадкой, за которым легко ухаживать. Видите, я даже, как говорится, не парюсь в том плане, какой взять половник. Пластиковый, деревянный или металлический. Потому что можно любые аксессуары с такой посудой использовать. Поэтому профессионалы выбирают нержавеющую сталь, именно посуду, выполненную из нержавеющей стали. Кстати, нержавеющая сталь используется не только на кухне, но и также в медицине и даже в самолетостроении. Потому что это металл 21 века, который сегодня представлен перед вами. Ну, а за счет того, что ручки здесь складные, удобно хранить посуду, компактно, чуть ли не как матрешку одну в другую. Можно использовать духовки как форму для запекания, так что это не просто кастрюли, не просто миски для хранения и для маринада, но и также для использования в духовке для запекания. И, опять же, хочется подметить, все-таки делать акцент на яркие цвета, да, которые здесь представлены. Итак, давайте посмотрим. Каждый найдет свой цвет для своего настроения и вдохновения. 1 литр, 2 литра, 4 литра, 6 литров и 9 литров. Общий объем 22 литра. Это все ваше. Всего за 3499 рублей. Хотите оплатить заказ заранее? Пожалуйста, для вас цена тогда 3324 рубля. Великолепный вариант для первой покупки. Это кастрюля? Да. Это миска с крышкой? Да. Посмотрите, кстати, по принципу матрешки, компактное хранение. Это форма для запекания? Конечно. Это контейнер для хранения? Конечно. Представьте, многофункциональная, из нержавеющей стали 18-10 посуда, которая будет служить вам десятилетиями. Да, при желании вы по наследству можете ее передать. Вот я, например, знаю, что профессионалы используют на кухне, в ресторанах только нержавеющую сталь. Почему, Алекс? Ты, наверное, подглядывала, да? Заходила в закулисье ресторана и посмотрела, как там трудятся пчелки. Да. Да, так и есть. Да, действительно, используют нержавеющую сталь. Причем во всем. И сама посуда, которая стоит на плите, выполнена из нержавеющей стали. И в чем маринуют, в чем делают заготовки, тоже сделано из нержавеющей стали. Все абсолютно верно. Почему? Ну, потому что эта сталь не ржавеет, потому что эта сталь не окисляется, потому что эта сталь позволяет готовить действительно любое абсолютно блюдо. В таких кастрюлях вы можете жарить, тушить, томить. Вы можете готовить абсолютно любое блюдо. Вы можете мариновать, например, замариновать курицу или шашлык, или рыбу, или овощи. Это все про эти миски, которые сегодня представлены перед вами. Опять же, почему именно эта модель? Здесь
самые ходовые объемы, которые чаще всего нужны. Причем подойдут как для квартиры, так и, в принципе, для заготовок на даче. Конечно. Где нужно тушить, где нужно томить, да, где нужно много-много готовить. Да, посмотрите, еще раз. Быстро нагревается. Можно использовать для компотов, соков, рассолов, да всего что угодно. Для хранения муки, хлеба, сыра. Это тоже, да, важно. Ну и, конечно, металл не вступает в реакцию, о чем я вам говорил. Не собирает на себе бактерии. С продуктами сохраняет истинный вкус блюд. Это очень важно. Подходит для всех видов плит. Абсолютно для всех. Начиная от газовой, заканчивая индукцией. Ну и, конечно же, можно использовать духовку. Сейчас мы пойдем в духовку, но сначала выложим сметану. Посмотрите, выкладываем сметаночку. Да. Давайте подведем небольшой итог. Посуда из нержавеющей стали не вступает в химическую реакцию с продуктами. Нет. В ней вы можете не только готовить на всех типах плиты и духовки, вы еще можете и хранить. Это абсолютно безопасно. Да, яркие краски, которые предложил Бернардо да Мити. Он часто гостил у своей бабушки, которая обожала в Италии, кстати, яркую посуду. Поэтому Бернардо да Мити создает эту восхитительную коллекцию емкостей. Вы используете их для приготовления, хранения, для использования в духовке, на всех типах плит. Ну и цена, которая не было никогда. Впервые она снижена на 1500, 3499 рублей. Те, кто хочет оплатить заказ заранее, для вас цена 3324 рубля. И вот посмотрите, порядок в холодильнике – это дополнительный бонус. Благодаря уникальной крышке. Опять же, да, благодаря именно практичности, о чем мы говорили, что именно практично продумана крышка, а практично продуманы ручки, которые складные, которые не толкают друг друга в бока, как на плите, так и в холодильнике, где позволяет крышка одну кастрюлю поставить на другую. А но краски опять же не померкнут, Алекс? От чего они должны померкнуть? А духовки, они могут 250 только градусов. Слушай, они могут только померкнуть, когда ты стоишь рядом, потому что ты все затмеваешь полностью и даже эту посуду. Но, с другой стороны, мне кажется, по-моему, ты еще ярче становишься, когда подходишь к этой посуде, у конечно тебя глаза загораются и думаешь, что же я сейчас буду готовить? Что же это будет? Ой, вкусно? Вкусно! А может быть, я сделаю буженинку с овощами, да? И причем сразу это сделаю с гарниром. А посмотри, какая красота. Татьяна Дмитриевна Серпухова написала, увидела набор на любимом телеканале, сразу понравился, яркими цветами, компактностью хранения. Уже неделю пользуюсь, готовила даже жарко, очень удобно и готовить, и мыть. Написала нам Татьяна Дмитриевна из Серпухова. Спасибо вам огромное. Присоединяйтесь к Татьяне Дмитриевне. Выбирайте для первой покупки наш фантастический со всех сторон от итальянского бренда Домити набор 5 в одном для того, чтобы готовить, хранить, для того, чтобы выбирать для себя самое лучшее, ну и 22 литра общий объем. 3499 рублей цена и подарок, который вы получаете вместе с нашим главным товаром дня. Звоните нам.